Вот еще один комментарий с YouTube, автор которого, очевидно, не понимает, как работает так называемое женское воспитание. Мать не является для ребенка авторитетом, и нередко ребенок мать ненавидит. Причем девочки, возможно, ненавидят собственную мать даже чаще, чем мальчики. Ребенок, особенно когда становится постарше, понимает, что мать его не любит и относится к нему несправедливо. Но все равно не может ей отказать, когда она его о чем-то просит, потому что находится от нее в эмоциональной зависимости. Женщина подсаживает своего ребенка на эмоциональные качели, тем самым разрушая его нервную систему и психику. Женщине не нужно, чтобы ее ребенок вырос уверенным в себе самодостаточным человеком. Наоборот, она хочет, чтобы он постоянно находился от нее в эмоциональной зависимости. Женщина старается вырастить из ребенка неуверенное в себе и несамостоятельное существо, которым она легко может управлять. Женщины манипулируют своими детьми точно так же, как они манипулируют мужчинами, только с одной целью – для того, чтобы они им подчинялись. Женщина никогда не похвалит ребенка за то, что он сделал сам. Наоборот, она его постоянно одергивает – туда не ходи, это не делай. Женщина хвалит своего ребенка только за то, что он послушный. То есть женщина с самого детства прививает своему ребенку мысль, что для него главное в жизни – это ее слушаться. И нет ничего удивительного в том, что мужчина, которому мать с детства заложила такие психологические установки, когда вырастает, с легкостью попадает любой бабе под каблук.